Охуеть. 1944-го союзники добились значительного успеха в Европе, освободив большую часть Франции, Бельгии и Голландии, дойдя почти до самых берегов Рейна. Во многом своими успехами они обязаны русским, уничтожившим зимой 1943-го под Сталинградом немало лучших танковых дивизий Германии. На Восточном фронте русские вытеснили немцев с большей части территории России и Польши и скоро подойдут к Одеру, пограничной реке Германии. Положение Германии стало отчаянным. Бомбардировки союзников разрушили до основания много крупных городов Германии. Военная авиация Германии, Люфтваффе, была лишь тенью той могущественной силы, которая наводила ужас на врагов в начале войны и мало что могла сделать для прекращения бомбардировок и сопротивления армиям союзников. Военно-морской флот Германии «Кригсмарин» был практически потоплен. Его подводные лодки уничтожены, а моряки выдавлены в армию. Однако враг не собирался сдаваться. Не в силах остановить союзников, Гитлер уповал на оружие возмездия, ракеты Фау-1, а потом и Фау-2. Эти снаряды, несмотря на свое техническое совершенство по меркам военного времени, были слишком неточными, чтобы поражать военные цели. Поэтому они использовались для запугивания Лондона. Так-то понятно. Продолжаем проходить Call of Duty. Джентльмены, нам уже приходилось встречаться с этой дрянью. Так что вы и без меня знаете, что делать. Прошу прощения. Двигайтесь быстро. Прикрывайте своих товарищей, не мешкайте и ради бога не останавливайтесь, пока мы не доберемся до этих пунктов. Не туда! Берегитесь мин! Скоро нет проблем, пиздец. Приятель. Да, нет. Тебе пизда скоро, понял? Thank you.
сука, я не дусата не я, блин. Группа! Огневая точка в этом пункте! Хорошо поработал с этими танками, рядовой Мартин. Тебе есть чем гордиться. Просто поверить не могу. Нам удалось. Охуеть. Все, до следующей серии. Спасибо за просмотр.